А ну-ка достань, Серёжа, покажи амурчика, ради чего мы тут столько страдали. Надо, вот он, малыш. Такой. Ничего себе, быстро подошел. Ох, опять бы выскочил бы и уплыл бы. А вот он, большой. А ну давай большого. Ну ты большой. Ну что? Ох ты, еще разговаривает. Я слышу, чувствует. Ну ладно. Сегодня рыбный день. Вырос, спасибо тебе. Дашь нам еду. А этих выпускаем. Ну что, Сереж, давай тогда сначала с большого. А, подожди, я же этих. Серега, пускай их сюда. Марсик. А где Марсик? Быстрее, команда. Ну, завершающий этап. Разрыбление. Или зарыбление? Зарыбление. Зарыбление в обратную. Ну, Сереж, подожди. Не, давай его, наверное, напоследочек. Или с первого. Оп. Ну, как? Карпик. Давай, карпика. Ну, что же ты? Нет, какой, а? Ну, о, иди, отпускай. По ступенькам. Тут смотри, скользко. Тихо, так не прыгай, Серега. А то мы... Подожди, подожди. Торжественный момент. Давай. Оп, оп. Что-то он бульк туда. И все. Дома. Вот свались, свались. Лезешь. Вот. В прошлый раз, помнишь, когда этот Мирка ныряла? Ну, носи, Сереж, давай. О, еще один. Так, красавец. Один. Марсик, ну иди, дай поцеловать хоть кому-нибудь. Поцелуй. Это поцелуй, слышишь, в засос прям. Как они сразу на дно. Бык. Ты что, прям с языком так, Марсюшка. Маленький, садок, а этого руками, да? Ну, давай этого. Вот, вот это красавец. Давай. Ну, что, иди. Как пластмассовый. Ага. Ну, его я не дам целовать, да? Нет, не надо рисковать. Подожди, Сереж. Стой. Давай. Стой, дай как-то его торжественно отпускай. Так, я на ступеньке встану. И торжественно, медленно так. Оп. О. А он ручной, он потихоньку. Да, ушел хорошо. Радочка его отпустила. Предоставили такую честь ей. Это ее. Она, кстати, уже третью рыбку отпускает. Ну что, эти, может быть. Ну, это мы с тобой, потом, да? Ну давай, да, то будет. Ты вот тот мелкий бери. Сереж, вот эти. Лови. Выпускайте, воду выливайте. Малыши. Малыши. Давай. Давай. Малыши. Будут потом крупныши будут. Нет, если была плотвичка бы или ну, что-то не так. Ни одна, ну нет, а их и нету тут. Давай. Как-то было один год у вас тут много. Надо на улучшение. Ну давай. Вот. Это коробочек, да? Ну да. Чуть пошел. Представляешь, у Мирки какое смятение души, а? Что же они делают? Зачем же они отпускают? Это же все можно съесть. Ой, Марсик. Вот вам расстройство, а. Дайте мне хоть одну выпустить. Ну, поднеси. Подожди-ка. О, карпушка. Карпунчик. Я тебе... Отпущу красиво. Ой, 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 красиво. Нога застряла.
Вот это я сейчас бы красиво шмякнулся бы. Чуть не звезданулся. Вон, видите? Молодцы. Серега, я чуть не шмякнулся в воду. Знаешь, как получилось? Нога застряла в лестнице. Есть. Давай. Плохо, это прям желтенький, гляньте, они такие. Это коробок. Ну, а вот, гляньте, желтенький, жирный. Ага. Ну это что делать? Неси быстрее, сачок, бегом. Не, вылезла. А вот он сейчас нужен сачок. Нет. А в прошлый раз, помнишь, ты был же тогда, да, когда она сюда соскочила? Нет. Когда воды еще меньше было. А тогда уже... Она не смогла подняться. Ну все, еще есть или нет? Все. Все? Только если два амурчика. Ага, обратно выпустим. Слышишь, Серег, это можно. Вот так, к примеру, мы сели, отметили, да, это дело, набухались. И потом по пьяни взяли и обратно их выпустили. Амурчиков. Жалко стало. Сказать, о, это что за рыба? О, это ж мы должны выпустить. И выпустили, жалко стало. Да жалко, конечно, их. Ну что, ну все равно ж рыба для того, чтобы ее люди съедали. Это морщик похож на эту цветную форму. Такой же, как колбаса. Нагреть подожди. Ну что, земляне, вот мы закончили мероприятие. Я снял несколько роликов. Это... Еще давай. Ролик. Давай, подержи. Кидай, не сказать, кидай, что кидай, окончательный или там. Кидай, слава. Или, как она сказать, не последний или еще. Не, ну, короче, как бы это правильно выразиться. Хотел сказать очередной ролик, блядь. Каждый ролик посвящен своему сюжету. Следующий сюжет — это амурчики на сковородке, хвостики собачкам. Вот отсюда вам хвостики. Все будет вам внутри. Поделимся, конечно. Плавнички. Два амура, два хвостика. Потом лирику голова будет. Он сюда мы ему даем. Этим хвостики. Всем хватит. Ну, не сразу же. Ну, почему мы сегодня ни одной рыбки не дали? Потому что эта рыбка, как бы вам сказать, она не та, что поймана. Ну, специально. Вот рыболовушка, например, мы там ловим или еще что-то. А эта рыба вынужденно пострадала, ее выловили и обратно отпустили в воду. Где, Сереж, этот? Где этот? Далеко нет. Пока вода не заполнится, вероятность того, что вот эти друзья... Конечно, да. Соскользнет туда и все. Это теперь надо или их отсюда выпроваживать, или стоять и смотреть на них. Ну вот, а теперь сколько времени понадобится, чтобы вот эти... Вот напорчиком заполнить вот этот весь водоем. Ну, два дня как минимум. Рада, уйди оттуда. Уходи. Ну, он будет постоянно качать. А я буду приходить и показывать, что здесь происходит. Эти мы сейчас бачки уберем, все очистим. Эти бачки увезем на работу. Амурчики уйдут на сковородку.
Ну что, Марсельчик, большое дело мы сделали, да? Большое. Что бы мы делали без вас? Ну, пошли домой. Домой. А кого-то придется купать. Кто-то черный у нас. Да не черный, а зеленый. Кому-то придется ванну посещать. Мирочка! А Мирка с таким сожалением смотрит. Что, и все, что ли? Да будет тебе вечером рыбка. Будет. И тебе, Лерочек, будет. Будет. Что ж вы переживаете? Вот они, два амурчика. Моя Марсик-то, Марсик, знаете. Марсик аж прилег на воду. Тоже распереживался все. Ну, пойдемте домой, все. Я ребятам премию дал. За каждого амура. И еще, чтобы отметить это дело. Ну, в общем. Просто представляете, сколько они наделали бед, эти амуры. Сколько погубили этих кувшинок. Подгрызали. Моральное даже просто. Ну и ребята постарались. Проявили смекалку. Сереж, ты еще ноги не мыл? Ну это в смысле. Этот. Можешь залезть в воду? Конечно, могу. Можешь просто, то, думаю, можете уже носки это. Сделать? Да вытащите его. Выгнать их. Кого? Раду. Рада. Рада, иди. Ну что, они не выйдут? Да не хочет. Рада! Рада! Марсик. А Марсик вообще его сейчас не выгонит. Марсик. Да я уже закрою ворота и пойду. О, да. Амура третьего поймать. О, видишь, что делает Марсик. Давай выходи. Давай туда иди. И ее тоже. Иди давай, поросенок. Иди сюда. Она поросенок зеленый. Все, идем домой. Все, за мной. Уходим. Уходим. Все. Ну все, земляне. Сделали дело. Идем. Быстрей. А папка ваш? Да не, он пусть с вами. Он вам никогда не мешал. Идем, Радочка. Уходим. Идем. Ну, все, а мы идем домой. Все, земляне. На этом и закончилась наша история про белых амуров. Ну, а другие истории. Рада! Рада! Закрывай, Серёж! А другие истории в будущем, а в настоящем вот мы славно поработали и славно отдохнем. А кто-то уже и отдохнул. Не стал ожидать, когда он устанет, а сразу решил отдохнуть. Ну, знаете что, земляне, каждому свое. Кто-то в гуще событий, а кто-то в гуще розовых покрывал. Каждому свое. Ну и все равно самый главный был Марсик. На Марсике все держится. Видите, все к нему. И даже Жорка к нему тянется. Хоть они и дерутся, но Марсик все равно авторитет. Все они уважают Марсика. И все тянутся к нему. И Мирка тому пример. И она к Марсику неравнодушна. Потому что Марсик, он и на Марсе Марсик.
Ну, отойди я. Сниму дядю Марсика. Ты тоже отойдите. Стороночку. Марсюшка, ну, улыбнись человечеству. Все. Закончилась эпопея белых амуров.